И куда же это я так тороплюсь? А тороплюсь я... О, замок. А тороплюсь я... На завтрак. Отель небольшой, но весьма такой симпатичный. Хотя в номерах подушка на мебель, серванты какие-то стоят, все скрипит. Но здание, извините, 1700 какого-то года. Ну, что сказать, я первый. Поем, наверное, и сыграл. Сейчас 8 утра, а в 8 утра кончается время бесплатного паркинга. Поэтому надо забрать машину или оплатить ее. Перегоню поближе. Вчера сходил в замечательный, великолепный просто ресторан с видом на замок, но, разумеется, ничего не увидел, потому что темнеет рано в ноябре. Вот такой вот чудо-паркомат. Бросаешь монетку. Вот стоимость. Я за 140 минут отдал 1 евро. Нажимаешь зеленую кнопочку, вылазит штучка. Все, до 10:39 оплачена парковка. Кладешь сюда под стекло. И все. Парковщик увидит, что у меня все оплачено. Пойду доем завтрак. А то что-то так сорвался по-резкому. А мой капучино остался остывать. Собирался стартовать с Зигмарингена уже сегодня, уже вот в это время. Но не получилось, потому что вчера немножечко проконетелился в термах. Возможно, меньше времени уйдет мне на Метцинген. В любом случае, думаю, что все у меня получится. Зигмаринген город маленький, красивый, конечно, не без этого. Целый замок огромный, но оставаться здесь дольше, чем на день, смысла никакого нет. Обойти его можно буквально за полчаса. Ожидаю выселения. Сейчас выселюсь и пойду в замок. Вон он за моей спиной. Рекомендую. Я нахожусь в городе Зигмаринген, и позади меня на Замковой горе можно увидеть замок Зигмаринген-Гогенцоллерн. В таком виде, в котором он сейчас есть, стал таким в 19 веке. До этого он пострадал от пожара. И от оригинального остались только башни. Их и сейчас видно, они немножко отличаются от остального замка. Старее, пока еще без 5:10, ноября, по-моему, по февраль. Экскурсии начинаются с 10:00, поэтому сейчас пойду посмотрю, что там внутри. Пойдем со мной. Очень много уток, все время летают, что-то бегают, а замок растет как будто бы из горы, что можно прекрасно видеть вот тут. И высота у него 605 метров над уровнем моря. Шлёс Зигмаринген. We'll be right back.
скале прорубили проход для того, чтобы поезда могли ездить. Иду наверх на смотровую площадку, чтобы увидеть замок Зигмарингена именно с той стороны, с которой он на большинстве открытых фотографий в интернете выложен. Потому что с других сторон, увы, его видно не так хорошо. Небольшой марш-бросок, и я на месте. Ну вот я и вышел к наивысшей точке, с которой виден замок. Вроде будний день, вторник. Видите, рынок организовали. Продают яблочки домашние, мяско, всякие печеные сладости. Вот. Очень неприметный вход. Смотрите, как сделаны ступеньки классно. Чтобы коляски зигзугом заходили, а ты можешь по ступенькам забежать. Где же здесь касса? Ага, выше. А кто-то ведь здесь живет, напротив входа в замок. Welcome to Zigmaringen Castle. Времени совершенно нет, но я вписался в экскурсию. Она что-то болтает, и все это на немецком. Понятное дело, что мне неинтересно, вон там люди стоят, слушают, а я ничего не понимаю. Но иначе внутрь замка не попасть. Побывал я в замке, но так как замок был реставрирован в 1900 там каком-то году, и совсем старины-старины, какой я люблю, там не увидел. Экскурсию я пробыл там неполную, потому что кончается у меня парковочное время. Придется немножечко переиграть маршрут, но это ничего страшного. Здесь все такое красивое, всем рекомендую. Yeah.